Жара и дальше иссушает озера и реки. Государственная гидрометеослужба продлила повышенный уровень опасности гидрологической засухи на срок до 31 августа. Мелкие водоемы и речки под желтым кодом, а в нижнем течении Реута, Быка, Ботны, Когылника, Ялпуга и Когула действует оранжевый код. В сложившихся обстоятельствах население и экономических агентов призывают экономить воду. В то же время спасатели просят всех не поджигать бытовой мусор и сухостой. Все потому, что остается в силе и высокий уровень пожарной опасности во всей стране. Предупреждение введено на срок до 28 августа. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха поднимется до 34 градусов. Осадков не ожидается.